Александр Мартышин уже пятый год учится в кадетском казачьем корпусе. Рассказывает, мечтает стать военным, хочет защищать свою родину. Александр вместе с другими кадетами часто принимает участие в разных фестивалях, где с удовольствием показывает свое мастерство владения шашкой. Но боевые, они изогнутые, большинство случаев, иногда и прямые есть, но и точится она по половине, чуть меньше половины вот она точится, а вот здесь вот она не затачивается. Красноглинский район Самары на один день превратился в станицу. Там прошел уже шестой фестиваль казачьей культуры. Исторически казаки одни из самых лучших наездников, поэтому фестиваль традиционно начинается с соревнований по конному спорту. На нем свое умение верховой езды демонстрировали воспитанники Федерации любителей конного спорта по Самарской области. Также все желающие могли взять уроки мастерства по метанию ножей, стрельбе из лука и владению шашкой. А проголодавшихся гостей и участников фестиваля ждали национальные блюда полевой кухни. Стоит задача развития и укрепления казачьих традиций, казачьей истории на территории нашего региона. Ну, во-первых, казаки – это патриоты своей родины. Чтобы привить этот патриотизм нашим детям, поэтому проводятся вот такие вот мероприятия. Сейчас Ассамблея народов губернии запустила конкурс журналистских работ «Казачество Самарской области 2019». Принять в нем участие могут журналисты и блогеры, у кого есть работы, посвященные теме казачества Самарской области. Проект стал возможен благодаря победе в конкурсе фонда грантов президента Российской Федерации. Никита Борисов, Василий Колдашов. События.